Офигеть. Всем привет, друзья. Сегодня я решил вам рассказать про очень прикольную штуку, которая пригодится многим. Она мне очень понравилась, и сейчас вы узнаете, что это такое. У нас есть шкатулка, но не простая, а с секретом. Вы могли видеть недавно, у меня был стрим, в котором я собирал эту шкатулку. И вот она. Оба-на. Офигенская шкатулка от компании Ugears. Ugears, да. Вот, мне прислали ребята эту шкатулочку, говорят, типа, покажи, если она будет хорошая. Вот, и я сначала решил собрать на стриме, ссылка будет в описании на этот стрим. У меня там, кстати, секретный гость был. Вам, я думаю, будет интересно. И говорят, если она хорошая, если тебе понравится, типа, расскажи своим подписчикам. Я поначалу отнесся немножко скептически, думаю, блин, чё, конструктор, серьезно, 2018к на дворе. А потом, как они мне прислали этот механизм, я такой, чё, начал собирать. И таки не стыдно получилось у ребят. Вот у них такая коробка классная, презентабельная. В коробке, опять же, есть у нас инструкция. Вот такая инструкция. В инструкции все до мелочей показано, все расписано. И даже я с моим гостем, мы немножко того, знаете, вот, да-да-да, мама, слепи мне снежку. Вот, и мы особо конструкторы, кроме Лего, в детстве и не складывали. Хотя я и Лего, а нет, складывал. И с того времени прошло уже очень много лет. И мы два взрослых дядьки, короче, как залипли на 2.5 часа вроде мы собирали эту вот конструкцию. Покажу, как она открывается. Вот сразу вам покажу, это просто нечто. Внутри механизма все детали, они, ну как бы большинство деталей, которые должны работать, и открывать механизм. То есть они крутятся, вертятся. Все шикарно. Смотрите. Вот мы поворачиваем. Вот так повернули. Это у нас ключ. Вынули ключ. Обратно. Вот, смотрите еще раз. Оп, оп. Все ходит. Все четненько. Все очень красиво. Пахнет. Просто божественно пахнет, ребят. Пахнет деревом. Вот мы вставили ключ. Вроде вот так провел. А, вот, смотрите. Нет, что-то я не то делаю. Тут просто не так просто его открыть. Наверное, вот так. Повернуть нужно. Нет, пробуем еще раз. А, я с самого начала не провернул. Вот, провернули. Ага, вот, все, вот она открывается. Все, it's a magic, it's a magic. Ну, с первого раза не у всех получится, я думаю, открыть, но в инструкции все хорошо написано, как открывается, то есть все вообще easy, без проблем. Easy. Вот, вот у нас, вот эти у нас части двигаются, вот здесь у нас все части двигаются, вот здесь все двигается, и вот здесь все двигается. А с этой стороны у нас надпись Ugears. Внутри же, я там покажу вставочками сейчас. Внутри же у нас есть, вот внутри шкатулки есть типа потайное отделение, потайной отсек. Вот, можно его видеть. И туда можно слаживать какие-то, не знаю, золотые, возможно, детали. То есть, грубо говоря, без этого ключа вы конструктор, вернее, шкатулку не откроете. То есть, очень прикольно. Реально, он очень офигенно пахнет. Очень офигенно пахнет. Все детали. Так, давайте еще закроем сейчас. Вот, вставили ключик. И вот назад. Оп. Оп. Дальше мы проворачиваем. Кладем наш ключ в середину. И закрываем. И все. А если хотите, чтобы никто вообще не открыл, даже те, кто башковитый, просто ключ вынули, вынули, закрыли, поставили ключик у себя. Вернее, у вас. И без ключа никто никогда не откроет. Разве что молотком раздолбит всю эту шкатулку. Что хочу по нюансам рассказать. Смотрите, шкатулка сделана из дерева. То есть все детали сделаны из дерева. Они очень хорошо запрессованы, вернее, выжжены лазером. Вот в таких формах. То есть я уже как бы его разобрал, понятно. Это у нас остатки. Вот. И вы очень легко, без труда сможете все запчасти вынуть. Просто выдавить.
Вот, они все легко выдавливаются. Шкатулка поставляется полностью упакованная, то есть для подарка на Новый год это будет вообще идеально, просто изи. Если вы любите собирать конструкторы во взрослом возрасте, не знаю, вы когда-то, когда были маленькими, любили собирать, то такой подарок вам будет или вам, или вашим друзьям, или, там, не знаю, детям младшим. Подарить это будет просто идеально. Тем более скоро Новый год. Но скажу сразу вот что. Собирать конструктор желательно или детям, вернее одному человеку, или детям от 15 лет как минимум, это прям вообще как минимум, или взрослым людям. То есть два человека, например, взрослый и дитё, вообще будет изи, вы вдвоем соберете. Мы собрали этот конструктор с моим другом, который был на стриме, за 2,5 часа. Вернее, он собирал, а я ему только выколупывал там и иногда помогал. Вот, шкатулка просто удивительная, просто офигительная. Также на сайте у ребят там есть множество разных там машинок, трамвайчиков. Чего там только у них нету. То есть, в принципе, переходите и выбираете для себя что-то интересное. Я думаю, такая штука, например, как машинка или вот такой сейф будет просто идеальным подарком на Новый год или вообще на другой любой праздник. А если вы еще девушка, подарите своему парню, и он от вас отлипнет на пару часов, потому что эту тему долго собирать. Но не нудно, время пролетает вообще как пуля. Еще у меня приятная новость, я думаю, которая вас согреет, это промокод на 20% скидки. Смотрите все в описании. Штука пахнет просто офигенно. Ну, она деревом пахнет. Я, правда, не знаю, с какого она дерева сделана. Вернее, что с дерева? С ДСП, наверное. С фанеры, да. Деревянной. Просто обалденная штука. Если вам понравился сегодняшний ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, и мне будет приятно. А также смотрите вот этот ролик и вот этот ролик. Они очень классные, я старался. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, хорошего вечера, хорошего дня, хорошего учебы. Да, пока. Вот еще раз. Вот еще раз так открывается. Закрыли. Провернули. Оп. Тут мы повернули. Закрыли. Все. О. Ничего не открывается. И ничего не ходит. Ничего не двигается. Потому что что? Потому что вы закрыли.